Привет, друзья! Вы смотрите канал «Анапа Курорт Инфо». Меня зовут Максим Грушко. Сегодня в Анапе 5 августа 2019 года. Я иду по скверу имени Гудовича в сторону набережной Высокого берега, в сторону маяка. Собираюсь сегодня дойти по скверу и по набережной до пляжа с лифтом. Так что пойдемте вместе. Вчера в Анапе был сильный ветер и сильный шторм. Был также дождь. Сейчас я иду по скверу имени Гудовича рядом с новым строящимся фонтаном. И вчера вот на этом месте лежала достаточно крупная ветка дерева, которая была сорвана порывом ветра. И вот сегодня мы видим уже только следы этой крупной ветки. Маленькие веточки и следы подпилов. Вот на квартале между улицами Черноморской и Ивана Голубца строится новый фонтан. Я уже в одном из предыдущих видео показывал его. Давайте заглянем и сегодня, как идет процесс строительства. Посмотрим. Как видите, строительство фонтана продолжается. Пожалуй, к осени будет уже построен и будет запущен. Вот визуализация того, как этот фонтан будет выглядеть в вечернее, в темное время суток. Расскажу немного о вчерашнем дне в Анапе, 4 августа 2019 года. Вчера, как я уже сказал, в Анапе был сильный ветер. С утра и до вечера сильный ветер в городе. Ну, конечно, дождик, но я бы не сказал, что дождик был какой-то сильный или слишком продолжительный. Но вот ветер был сильный. И можно было наблюдать в небе над Анапой, как очень быстро проплывают тучи и облака над городом. Ну а на море еще, кроме ветра, был достаточно сильный шторм. И когда мы вчера с Натальей вышли в вечернее время на прогулку, ветер был настолько сильный, что когда я пытался достать смартфон, чтобы поснимать, ветер пытался его выдать у меня из рук. Особенно это было заметно, когда мы вышли на набережную к маяку с Натальей. Там ветер был очень сильный на набережной. Ну и по городу ветер очень много надул, поповыдувал деревьев хвои рыжевато-коричневой, поналомал, посбрасывал с деревьев много небольших веточек и листиков. Также падали большие достаточно ветки, как вот здесь в сквере Гудовича. И еще, когда мы с Натальей уже возвращались, шли по улице Крымской, при переходе через улицу в нескольких метрах от нас упала достаточно большая ветка с дерева, наверное, весом в килограмм или, может быть, в 2 килограмма. Ну а так, конечно, у нас маленькие веточки падали, ну и всякие соринки пытались залететь на глаза. Мы уже от маяка примерно в 1,5 кварталах. За разговором прошли улицу Ивана Голубца. Сейчас
выходим на уровень улицы Таманской, на уровень пересечения с улицей Таманской. Поливают обильно клумбы парка, клумбы сквера имени Гудовича. Вот это памятник Ивану Васильевичу Гудовичу, тому, в честь кого назван этот сквер в Анапе. Я с самого начала почувствовала, что оно засаживает. Вот краеведческий музей Анапы. Мы идем дальше. Ну, что касается последствий сильного ветра вчерашнего, в принципе, ну, ничего такого слишком ураганного не было, конечно, но, возможно, в некоторых районах Анапы были повалены, наверное, единичные деревья, какие-нибудь старые. Вот, кстати, одна из достопримечательностей краеведческого музея, тут надпись такая: «Осторожно, аварийная стена». То есть смысл такой, что нужно эту стену обходить, рядом не проходить. Тут даже ленточка повешена, чтобы люди рядом не проходили. Так что здание краеведческого музея уже само по себе становится историческим достоянием. Ну и вот то, о чем я говорил. Очень много хвои пожухшей было ветром свалено с деревьев, с сосен. Вот еще не везде убрали эту хвою. Вот смотрите, какие кучи. Ее подготовили, собрали в кучу и в скором времени уберут. Вот мы уже буквально в считанных метрах от набережной. Здесь есть перед выходом на набережную платный туалет стоимостью 20 рублей вход. Вот мы вышли на набережную в район Анапского маяка. И вот здесь, на этом месте, вчера был очень-очень сильный ветер. И можно было видеть на этом месте достаточно сильный шторм. Прибой есть и сегодня такой легкий штормик, но со вчерашним, конечно, не сравнится. Сегодня в Анапе с утра преимущественно ясно. Сейчас в Анапе 16:04. Жары сегодня в принципе нет. Температура воздуха теплая, но умеренная. Но такая температура воздуха продержится, ну, вот только сегодня. Завтра будет потеплее, послезавтра будет уже пожарче, и через 3 дня уже будет конкретная августовская жара в Анапе, судя по прогнозу погоды, ну, порядка 30 градусов. Бесплатный тренажерный комплекс прямо на набережной, на свежем воздухе. Здесь можно прокачивать разные группы мышц. Субтитры сделал DimaTorzok.
крем, у меня опять штурм. Точки по продаже безалкогольных напитков и мороженого. И вот мы дошли уже до Белой набережной, так называемой, которая обозначает, где находится пляж с лифтом. Пляж с лифтом как раз таки находится внизу этой Белой набережной. Уже отсюда, с набережной, чувствуется, что на пляже с лифтом сегодня ветрено. Также я вижу, что вода в море из-за шторма, из-за прибоя конкретно мутная. Но тем не менее находятся люди, которые заходят в море купаться. Пойдемте поближе посмотрим. Вот, подходим к знаменитому лифту на пляж. Лифт санаторий «Малая бухта». Спустились на пляж. Ну что, припекает на пляже нормально сегодня. Теплее, чем на набережной. И море сегодня об железобетонный берег этого пляжа вот так вот волны свои бросает, и вот такие прикольные брызги получаются. Температура воздуха сегодня в Анапе в 16:00 около плюс 25 градусов. День сегодня вполне пляжный, в отличие от вчерашнего. Здесь очень приятный запах моря с характерным запахом бурых водорослей. Очень насыщенный, я бы сказал, морской воздух сегодня в районе пляжа с лифтом. Thank you.
Температура воды в море сегодня около 24 градусов. А теперь пройдем в ту часть пляжа, где волны создают наибольшее количество брызг от ударов об железобетонный берег пляжа с лифтом. Вот такое вот действо сегодня. Здесь, в этом районе пляжа, можно принимать морские ванны, даже не заходя в море. Море само придет к вам, подойдет и окатит. Щедро окатит морской водой. Ну, как видите, в этой части пляжа люди почти не заходят в море. Им этого достаточно. Прикольно же. Но прежде чем так делать, нужно рассчитать свои возможности, чтобы сильная волна, сильные брызги не нарушили вам на время равновесие, чтобы не упасть с этого железобетонного бережка. Вот, друзья, мы с вами посмотрели, какая погода сегодня в Анапе 5 августа 2019 года. Ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Подписывайтесь на наш канал anapakurort.info, кто еще не подписан. На нашем канале много интересного. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. Желаю вам почаще улыбаться. Вот это улыбки, окружающие вас люди, становятся добрее. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из Анапы. Пока.